В общем, летом этого года, 21-го, будет на меня нападение. Потому что сейчас уже начинается игра на выживание. Уже с каждым годом все менее безопасно на улицах. Уже просто нападают. И еще потому что если в прошлом году нападения были уже в этом году, только начался год, а уже на меня напал чел какой-то, то ясно, что это летом вообще будет в разгаре. Совершенно небезопасно на улицах. Такая вот фигня. Так я, у меня нету, у меня же его нету. Так я не хочу его брать с собой. На будущее. Ну. Я знаю. Давай я позвоню сейчас врачу.